Если у вас сломалась клавиатура на ноутбуке, и при нажатии кнопок она печатает не те кнопки, которые нужны, например, вот Shift8, SHA-9, еще всякие, вот минус с запятой. Что делать, если нет возможности приобрести там дорогую клавиатуру, отремонтировать ноутбук? Можно воспользоваться обычной клавиатурой, у которой есть USB разъем. Вот такой вот. То есть мы ее подсоединяем к ноутбуку. Она определяется. И теперь уже мы можем пользоваться вот этой клавиатурой. Вот она четко работает. И ничего не параллелит. А как отключить клавиатуру, если, допустим, мы пролили на нее какую-то жидкость, и она начинает совершенно глючить, то есть вот эта клавиатура раньше печатала, когда открываешь любой документ, она печатала вот так девятку до бесконечности. Вот, пока там не остановишь ее. Вот как ее отключить, я рассказывал уже в другом моем видео, которое я выложил до этого.